Огромное, да что там, просто циклопическое количество исследований на тему того, почему немцы не ставили на свои танки дизельные двигатели, вот поверьте мне на слово, вызывало интерес всегда. Серьезно. Помню, мы еще в школе в 60-х годах на уроках истории после слов учителей о наших великолепных Т-34 с дизелями на борту недоумевали, мягко скажем так. Но почему у нас на 34-ках стоял потрясающий, как нам говорили, дизель, и из-за этого наш танк практически не горел, то есть совсем, а у немцев нет. Мало того, у немцев зимой были проблемы с их бронированными гробами, а у нас опять нет. При этом был явный логический парадокс. И вот какой. Нам везде и всюду в советские времена вбивали в голову мысль о подавляющем немецком техническом превосходстве. О том, что начальный период войны у нас и самолеты были хуже, и танки, о машинах я уж вообще не говорю. То есть нам пытались объяснить, почему в первые месяцы войны мы вот так катастрофически все профукали. Более того, даже та боевая техника, которая у нас была, так вот, даже ее не хватало катастрофически. Вот сейчас мы и попробуем разобраться, от чего же немцы так непредусмотрительно лоханулись с дизелями. Почему они всю войну, несмотря на то, что дизель на Т-34 был на целый километр лучше, тем не менее на свои танки их не ставили. В чем вопрос-то? Справедливости ради, надо бы отметить, что вокруг всего этого, ну то есть того, куда и зачем немцы в 30-40-х годах устанавливали дизеля и бензиновые двигатели, так вот, об этом написано немало. Но, к сожалению, все это, ну, не то чтобы легенды или мифы, а скорее недопонимание или нежелание понимать суть вопроса, имеющий к тому же ярко выраженный идеологический подтекст. А какой? Ну, сейчас разберемся. Итак, друзья, начнем. Танковые дизели в довоенный период – это явление очень редкое. Не надо мне верить, вот просто пробегитесь по всей бронетанковой линейке, причем не только у нас, но я имею в виду в РКК. Вспомните танки предвоенного периода, причем все – немецкие, советские, французские, я не знаю, там, британские – все они имели бензиновый двигатель. А почему? Да потому. Потому что первый дизель был создан и изготовлен в 1893 году. Кстати, не напомните кем? Батюшки Светы, немцам Рудольфом Дизелем. О как! А бензиновый движок, а? Большинство из вас наверняка скажут, что первый в мире двигатель внутреннего сгорания создали инженеры и опять немцы. Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах. Их двигатель появился в конце 1885 года, а уже в 1886 году стоял на первом автомобиле. Однако, друзья, должен вас разочаровать. Первый бензиновый карбюраторный двигатель был изобретен в России инженером Костовичем. Вот он на вас смотрит. Огнеслав Костович, серб по национальности, приступил к разработке двигателя внутреннего сгорания с применением жидкого легкого топлива, как тогда говорили, в 1879 году. И уже в 80-м году он изготовил, внимание, действующий образец. Посмотрите вот на картиночку. Проектом, кстати, заинтересовалось морское ведомство. А Костович в том же году сделал и установил свой двигатель на катер. Кстати, катер тоже был его собственной конструкцией. Умница была необычайно. Вот почитайте, что он там наделал за свою жизнь. Много разговоров, а по сути все очень просто. Бензиновый двигатель был проще и дешевле. И к концу 19-го, начало 20 века, технически отработан и опробован. Причем во всех передовых странах мира. Этому, кстати, способствовало просто ударное развитие автомобильной промышленности, причем повсеместно. Так вот, мощности и крутящего момента бензинового движка с избытком хватало большинству танков того времени. Вспомните, кстати, как бравые парни в красивой черной униформе, панцерваффе, сидя в своих мини-тракторах с пулеметами, лихо катались во время военных нацистских парадов по улицам Берлина. Кстати, и не только. Потом они на них катались по всей Европе, вот на этих вот консервных банках. Ну, а теперь, друзья, я думаю, будет не лишним вспомнить, какими же были танки у немцев накануне войны. Да что там накануне? Внимание! Весь первый год войны, весь второй и даже третий.
Ну, это те, которые воевали уже против СССР, то есть против нас. Итак, «Панцеркомфаген-1» весил 5,4 тонны. «Панцеркомфаген-2» уже целых 9,4 тонны. Самый массовый немецкий танк «Панцеркомфаген-3» в зависимости от модификации весил от 15 до 23 тонн. Вопреки всеобщему мнению, вот именно эти грозные монстры и составляли на 22 июня 1941 года абсолютное большинство панцерваффе, а не Т-4, как нам втирали везде, начиная со школы и институтов и кончая книгами и телевизором. Чтобы быть предельно точным, напомню, на 22 июня 1941 года во всем вермахте танков Т-4 было всего 439 штук. А это всего лишь 12,6% от всего парка бронетехники вермахта. Опять же напомню, в это же время средний танк РКК Т-34 весил от 26,5 и до 32 тонн. И это на фоне своих немецких собратьев. Да он был просто чудовищем. Вот почему встреча с ним в чистом поле ничего хорошего немцам не сулила. И они об этом знали. Кстати, количество рапортов наверх было огромным. Немцы жаловались, да. Конечно, с такими германскими таратайками, обшитыми фанерной броней, бензиновые двигатели справлялись легко и непринужденно. Здесь что было главным? А главным были высокие обороты бензинового двигателя, а это скорость, и, как немцы говорят, «und noch einmal» – скорость. Та самая скорость, которая и обеспечила высокий темп танкового прорыва. Именно на это и было поставлено все, или почти все, во всех этих европейских блицкригах. Кстати, вполне оправданно стратегически. Ну что это, друзья, скажите, за страна такая Франция, если ее от края и до края не торопясь можно было проехать на автомобиле за 8-10 часов? Вдумайтесь, друзья, от Парижа и до Дюнкерка 298 километров, и время в пути 3 часа 10 минут автобусом. В то время как у нас в России 200 верст даже бешеной собаки не крюк, а такие страны, как Бельгия или Нидерланды, да их странами назвать даже неудобно. Но в лучшем случае национальный автономный округ какой-нибудь, как у нас, и не более того. Так вот, немецкие панциры предназначались отнюдь не для того, чтобы возиться, говорю медленно, в непролазной грязи осенней русской распутицы. Они предназначались для великолепных, кстати, даже по современным меркам европейских дорог. Вот посмотрите на фото. По этим дорогам немцы, как с горы на лыжах, танковыми колоннами въезжали во все эти Парижи, Брюссели и прочие Амстердамы. Чего ж там греха таить? Панцерваффе конца 30-х годов прошлого века были прекрасным инструментом для всех этих европейских блицкригов. А у нас не вышел полет. Короче говоря, мой уважаемый зритель, до 1942 года все было тип-топ. Все шло прекрасно именно так, как было заложено немцами во все их планы. Но в 1942 году началось то, чего тремя годами ранее никто из немцев даже не ожидал. Первой потихоньку стала толстеть броня. За броней как-то незаметно начал расти калибр танковых пушек. Вслед за этим потяжелел и танковый боекомплект. Появились бронеэкраны, защищающие ходовую часть, вот на фото гляньте. После чего, естественно, поперла вверх и общая масса танка. И чё? Да ничего. Надо же было что-то же оперативно предпринимать, правильно? Война дама капризная и ждать не любит. Причем никого. У нее, к сожалению, свои законы. Теперь по сути. Неоспоримым преимуществом бензиновых двигателей является то, что они легко запускаются даже при низких температурах. Далее. Высокая скорость и почти мгновенная приемистость. Также имеет значение то, что бензиновые двигатели легче дизелей. Теперь недостатки. Топливо жрут они немерено. Их долговечность значительно уступает долговечности дизеля. Прибавьте к этому высокий риск воспламенения, и все станет ясно. Но основной недостаток бензинового двигателя – это меньший крутящий момент, чем у дизеля. Вот почему в недрах нашей танковой промышленности созрела идея
оснастить наши тяжелые танки дизелями. В числе прочих это был, конечно же, танк Т-34 с его двигателем В2. Вот он на снимочке. Безусловно, все это было дороже, затратнее, ну, в смысле производства. Но когда это нас останавливало? Правильно? Ну, так. Далее. Сказать, что дизель был каким-то абсолютным решением проблемы, тоже нельзя. У него тоже были свои достоинства и недостатки. Конечно, у дизельных двигателей более высокий КПД и повышенная экономичность. Тут не поспоришь. Далее. Достаточно высокая долговечность. Если прибавить к этому отсутствие системы зажигания, то он еще и не чувствителен к попаданию воды. Но в то же время дизель тяжелее. Его техническое обслуживание надо проводить чаще, и оно намного сложнее. А чтобы его запустить, дизель, нужен очень мощный аккумулятор. Более того, вопреки людской молве, он плохо устойчив к морозам. Да-да-да. И, конечно же, дизель не выносит повышенных оборотов и скоростей. Его область какова? Да очень простая. Чух-чух-чух-чух. Спокойно, не торопясь, молотить долгое время. Вот и все. У нас в РКК, в отличие от вермахта, все было красиво разложено по полочкам. Легкие и быстрые танки типа Т-60, Т-70, Т-80, а также самоходки Су-76, все на бензиновых моторах. Высокооборотистых, приемистых и быстрых. Ну а дальше шло то, что было потяжелее. Т-34, КВ, разумеется, ИСы, ИСУ, ну и так далее. Ну тут уж, конечно, дизель, потому что он больше подходил для этой тяжелой техники. Конечно, он немножко ленивее, вот, низкооборотистый, но зато впечатляет его крутящий момент, который к тому же работает на любых оборотах, в отличие, кстати, от бензинового собрата. Более того, стоит приделать тому же самому дизелю соответствующую трансмиссию, и вот уже глядишь, на выходе скорость 40 с лишним километров в час. А это для тяжелой техники очень даже нормально. Вот, кстати, так оно в принципе и было. А что же немцы с дизелем? Вы не поверите, но по утверждению наших экспертов, кстати, совсем не диванных, а серьезных ученых-мужей послевоенного периода, всех этих докторов и профессоров, внимание, вот сейчас просто процитирую. За годы войны немецкая промышленность в силу разных причин так и не смогла наладить производство и выпуск дизельных танковых двигателей. Конец цитаты. То есть немцы, которые этот самый дизель изобрели, а это кто не помнит Рудольф Дизель, не смогли, видите ли, сделать свой танковый дизель. Не хватало им, убогим, изобретательского и производственного таланта. И главное ведь, на подводных лодках дизеля у них стояли, на самолетах дизеля у них летали, а вот для танков дизель немцы сделать так и не смогли. Смех, да и только. Господи, разговор-то идет о ком? О немцах. Да, конечно же, смогли бы. Это ведь все-таки немцы. И талант у них было с избытком, и инженеров хватало, каких надо. Просто здесь перед немцами очень жестко встал вопрос военной логистики, а именно налаживание четко разграниченной работы военной промышленности, транспорта и тыловых служб. Поймите, привезти больше нефти и переработать ее – это полбеды. Надо было бы еще взвалить на армейских снабженцев управление потоками горючего. В Люфтваффе, ну тут ничего не поделаешь, как ни крути, было три вида бензина и один вид дизельного топлива. Правда, не так много у немцев было самолетов с дизелями, но они были. Самый распространенный Юнкерс-52, где-то около 5000 штук. Остальные – это в основном летающие лодки. А вот в вермахте изначально сложилось так, что бензиновые двигатели оказались просто вне конкуренции. Просто бензин был практически безальтернативным и менее проблемным топливом. Добыча угля у себя. Производство бензина из этого уголька тоже у себя родимое. Но самое ценное, доставлять на фронт надо был один единственный сорт бензина, причем для всех. Начиная от какой-нибудь танковой роты и кончая каким-нибудь, я не знаю, там, задрипными полевыми прачечными. Ради бога. Вот это все было просто удобно. И все. Никаких заморочек. Так вот, разбираясь во всем этом после войны, да и сейчас тоже, мы тщетно пытаемся понять логику немцев, причем с позиции наших русских представлений о технике вообще и топливе в частности. Дескать, а что если они такие умные дизеля на танке не ставили, а?
Да просто у них было все прагматично и расчетливо до омерзения. Это как их воскресный поход в пивную. К слову сказать, русский мужик идет в пивную и не знает порой, чем все это закончится. Он даже не заморачивается на этот счет. Вот почему из пивной он может угодить в ментовский обезьянник, на свалку к бомжам, в Ленинград, в больницу с клофелиновым отравлением или в какую-нибудь Среднюю Азию, в какое-нибудь рабство. А вот немец свой поход в пивную планирует, да. Он планирует потратить 10 марок на пиво, 3 марки на тушеную капусту со свиными сосисками и 35 пфенигов на разговор с любимым другом по телефону. И ни копейки больше. Поразительно, но факт. В немецком генштабе сидели точно такие же немцы и никакие другие. И планировали они все с точностью до миллиметра. Нравится это нам или нет. Поэтому ими, то есть немцами, имеется в виду в генштабе, во главу угла был поставлен добротный немецкий прагматизм по одному простому принципу – лучше враг хорошего. Кстати, рассуждая на эту тему, надо отметить, более позднее изучение немецких военных документов и мемуаров выявили в числе прочего то, что командование вермахта и его тыловые службы просто не хотели усложнять себе жизнь излишней логистикой, связанной с топливом. Ведь и так все работало, Зургут, согласитесь? Далее, если вы помните, нам долдонили о том, что в плане безопасности дизельный двигатель просто на порядок выше бензинового. И, дескать, мы выиграли в отличие от немцев и в этом тоже. Так вот, для тех, кто не знает, пары солярки в полупустых танковых баках взрываются ничуть не хуже бензиновых, поверьте. Нет, поджечь бензин, конечно, легче, не спорю. Легче, я имею в виду, чем дизельное топливо. Ну вот, но вот потушить солярку, которая к тому же попала на что-то горючее, ну, например, на нашу телогрейку, это, простите, полный анус. Дело в том, что плотность бензина 0,69 кг на литр, а плотность солярки 0,86 кг на литр. Вот и подумайте. И горит она, стерва, так, что пока вся не выгорит, лес вырастет. Так что сделать однозначный вывод о том, кто более пожароопасен, черт, не выговорить, достаточно сложно. Я уж не говорю о том, что... Если бы бензиновые двигатели были столь ужасающе пожароопасны, то их, скорее всего, не стали бы ставить на современные шикарные автомобили. А ведь ставят и в массовом порядке, согласитесь? Вот так. Кстати, есть один факт. В 1944 году австро-германским совместным предприятием, а это австрийская фирма Симмеринг и немецкая Porsche AG, для танка «Тигр-2» сделали и испытали очень даже хороший дизель, да, СЛА-16, мощностью аж целых 770 лошадиных сил. Кстати, напротив майбахов НЛ-210 и 230, которые стояли тогда на «Тиграх» и «Пантерах». Их мощность, если помните, составляла 650 лошадиных сил. Так вот, этот дизель новый, да, превосходил майбахи и в плане мощности, и в плане экономичности. И что? Да ничего. После всех испытаний, которые этот дизелек выдержал с блеском, верхние люди из вермахта, почесав репу, сказали: «Я-я, натюрлих, das ist sehr gut!» и спокойно продолжили ездить на бензиновых двигателях. Вот и все. Не знаю, в чем была причина. Может, конец войны, уже изморачиваться смысла не было. Но это было. Такая вот беда у немцев. Что же получается в итоге? Немцы просто не стали устраивать себе лишнюю головную боль двойной номенклатурой по топливу, маслам и, что особенно важно, по запасным частям. Вот почему они не стали брать на вооружение пусть и самые распрекрасные дизельные двигатели. Конечно же, здесь достаточно трудно сказать, было ли такое решение верным и правильным, но это уж, согласитесь, предмет совершенно другого и, кстати, очень отдельного разговора. Спасибо.